Я его назову, знаешь как? Как? Тебя я назову Кек. Ты будешь у нас Кек. Этот Кек. Тебя я назову Лол. Тебя я назову... Назову... Поставь, не бери. Вав. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Или Ава. Ты их никак не назовешь, потому что мы их всех раздадим. А хотя бы у них уже есть... Нет, у них уже есть хозяева. Я это, ну, ладно, их заберу. Я их запишу. Кек, Лол, Вав и Как. Как он кверху, как? Как он кверху. Как раз Кек и Как. Думаю, залезли мы сюда. Так, Кек, Лол, Вав и Как. Он в углу забился. Ну что, засовывай их всех, да пошли. Ладно, бегите мы. Чай я буду он пить. Он убегает на рюде. Блин, неси сюда чай, тут буду сидеть пить, что ли. Здесь посидим? Не, давай. Я сама за чаем схожу, он горячий. Здесь останемся? Давай. С щенками? Не надо, я вон на лавочку сяду, которую специально для меня сделал Паша. Отойди, Миша, отойди, пожалуйста. Мне надо щенка вытащить. Вот щенок. Вытаскивай. Хорошая у тебя попочка. Ладно, иди за чаем, я пока сниму. Дома и сладкий. Кирилл, вот щенята, соси палец, лежи. Ну давай, кто мне вот этот палец мне лежал? Кирилл, да я сниму, отойди. Дай. Вот, смотри. Ой, Кирилл, отойди. Он мне в рот палец взял. Отойди. Он мне взял в рот палец. Я снимаю. Миша, сидеть. Какой хорошенький. Хорошенький, да. Иди к башенку построить на удачу. Уже глаза открыли. Голубые почти у всех. Да они уже вылазят у нас. Интересно, они сами есть могут? Мы еще не пробовали. Ну зато смотри. Они прям почти что ходят. Здесь пухленькие есть даже. Вот, перекормили пухлый. Ага, им уже хочется ходить. Вон, они уже ходят, смотри. Вот, ходят прям на ногах. Сидеть. Не умеет сидеть. Вон, сиську мамину ищет. Что скулишь? Давай, иди, ищи мамину сиську. И ты иди, ищи мамину сиську. И ты! Вон сиська! Все, не Кирилл, не кричи, не трогай их. Пусть она их кормит. Отойди, давай снимем, как она их кормит. Отойди, снимай. Ты моя собака. Ну, один они... щенок не хочет, не может сиську найти себе. Сейчас я тебя найду сиську. Кирилл, не лезь к ней. Кирилл, не лезь. Почему?